Спасибо большое. Что может быть загадочнее этого странного явления, как женская логика? Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Девушка передает сообщение на пейджер. «Никита, срочно позвони. Если не можешь, ничего страшного». Вечер, семья. Женская логика невинно говорит мужской. «Я к соседке, буквально на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса». Загадка. Каждая женщина — это загадка. Каждая женщина — это икс. Можно, конечно, нарваться и на игрек, но редко. Я обожаю наблюдать, как женская логика делает покупки. А потом звонит подруге, жалуется. Ты представляешь? Те брюки, которые мне нравятся, я в них не влезаю. А те, в которые я влезаю, мне не нравятся. Короче, купила сумочку. Я однажды наблюдал гениальную сцену. Семья выходит из магазина с покупкой, и жена говорит мужу: «Вы только проследите направление мысли. Значит, возьми на руки ребенка, а я возьму вазу. У тебя вечно все из рук падает». По-моему, направление мысли женщины – это направление геологов, заблудившихся в глухой сибирской тайге. Звоню знакомой. «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Лену». «А здесь таких нету». «Простите, а какой у вас телефон?» «Панасоник». Пытаться разыгрывать женскую логику бесполезно. Мужчина в любом случае останется в дураках. Мой приятель Леша решил как-то подшутить над мамой. Пришел с работы раньше обычного. Стоит у подъезда. По домофону набирает код квартиры. Меняет голос, спрашивает: «Секс по домофону заказывать?» Мать: «Ой, а Леша еще с работы не пришел». Что мне безумно нравится в женской логике: она всегда делает выбор в пользу красоты. На рынке женщина третий час выбирает кабель. Ей нужен непременно кабель белого цвета. Продавец, сидя на глазах, шипит: «Женщина, ну нет белого. Есть серый, черный, синий. Белого нет». Женская логика вздыхает и говорит: «Ладно, давайте серый. Все равно в землю закапывать». Но вернемся к мирным семейным диалогам. Это, по-моему, венец женской логики. Он приходит вечером с работы. Она нежно спрашивает: «Котлеты пожарить?» «Ну, пожарь». «Мяса нет». «Ну, не жарь». «Значит, тебе не нравится, как я готовлю?» Или: «Чаю налить?» «Ну, налей». «Что, сам не можешь?» И финал пофиоз: «Сына, принеси ко мне 5 тарелок». «Зачем, мам?» «С папой поговорить». Мужская логика, она прямолинейна. Это как стрела между «да» и «нет». У женской всегда есть варианты. Спросите любого мужчину: «Вы сегодня вечером заняты?» «Да». Спросите женщину. Как мимо, она скажет: «Да». «А что?» Там всегда есть варианты. Особый случай – это одесская женская логика. Это вообще за гранью понимания. Как-то иду по Дерибасовской, смотрю, стоит местная, довольно колоритная тетя Соня, продает пирожки. Но у нас женщины тоже продают пирожки. Как эта одесская тетушка зазывала покупателей, это надо было видеть. Мимо проходят 2 молодых человека, худые – это не то слово. 2 тени таких ползут по мостовой. Она кричит им вслед: «Ребята, подождите, стойте!» Погорячилась. Сдула ребят. Я наивный попытался в Одессе разыграть женскую логику. У меня хороший знакомый работает в офисе. Звоню ему на работу, трубку снимает секретарша. «Здравствуйте, здравствуйте. Как вас представить?» — спрашивает она. Я решил выпендриться. Говорю: «Девушка, девушка, а вы представьте меня в ванной». Ответ одесской женской логики: «Да не дай бог». Улетаю из этого города, аэропорт. Ну, думаю, ну все уже, ну все. Не все. Металлоискатель, где все пищат. Смотрю, по ту сторону рамки стоит такая суровая женская логика. Ну, я без слов, чтобы не нарваться. Снимаю все, что может пищать. Часы, телефон, ремень. Долго довольно раздеваюсь, прохожу, не пищу. Она мне с улыбочкой заявляет: «Мужчина, рамка не работает». Стояла, смотрела. Невозможно, невозможно предугадать. Этот генератор случайных чисел под названием «женская логика». Она сидит утром бледная, обхватив голову руками, вздыхает: «Ой, как мне плохо. Вчера пили водку, потом пиво, потом коньяк.
Наверное, винегретом отравилась. Я приезжаю к знакомой на дачу. Смотрю, по двору бегает милый дог, ростом с дачу. Лает, приветливо рычит. Она мне машет из оконца, говорит: «Проходи, проходи, не бойся, он кастрированный». Да я вообще не за этим. И все-таки она очень мудрая, женская логика. И начинает чувство юмора. Он забросил все дела. По телевизору начался бокс. Он ждал матч неделю. Но через минуту нокаут, все кончено. Он в ярости кричит: «Надо тебя! Неделю ждал, а тут раз и все». Женская логика ехидно спрашивает: «Ну теперь ты меня понимаешь?» Не понимаем. И не пытаемся понять эту логику и счастливых обладательниц, которых тем не менее мы, мужчины, любили и будем любить. Потому что пока есть на свете эти прелестные нелогичные загадки, между нами и одиночеством еще тоже кто-то есть. А значит, можно не бояться остаться с ним с глазу на глаз.